Так, 23 декабря 2021 год, Харьков, 16.24 по Киеву, похоже на месяц, но это Венера, ребятки, девчатки. В 44 миллионах километров от Земли. Я даже не знал, что она может быть так близко. Оказывается, ближайшее расстояние до нее... это 38 миллионов километров. И сейчас мы близки к этому расстоянию, или она близка. Сбежал я с работы по такому поводу. Первый ясный день. Сейчас надо же еще на камеру не дышать. Тут минус 12. У нас тут мини-парад планет. Сразу рядышком Сатурн и Юпитер. Аккурат. На одинаковом расстоянии друг от друга. Но пока мы уделим внимание нашей красавице Венере, насколько мне хватит дыхания, дабы не дышать конденсатом на объектив. Ну, сейчас сделаем так. Наводиться, наверное, буду по экрану. Будет дрожать, ну уж. А потом уже резкость попробую играться в окуляр. То есть я, по-моему, ближе всего снимал Венеру на 80 миллионах километрах. А это 44. Вообще рукой подать. То есть до Солнца есть 120, по-моему, сейчас миллионов километров. А вот до Земли, да что ж ты будешь делать? И не получится штативом регулировать, потому как в сугробе стоим. Ну пробуй. Сейчас должна, по идее, влезть в кадр. Или не должна. Вон она. Это же она опускается за горизонт. Ну, для наблюдателя с Земли. Что-то далеко. Сейчас попробую, может, резкость. Измени чуть-чуть. Ничего не надо было менять. В общем-то, все равно довольно все расплывчато. Ладно, наверное, сейчас мы сделаем так. Это я выдержку чуток уменьшил. Сейчас коротенько сниму Сатурн и Юпитер. И потом на других настройках светочувствительности поснимаю. Так.
чтобы было видно и Харьков. Это Юпитер. А Сатурн, наверное, на таких настройках я даже не буду тратить время пытаться. Слишком мало света. Мы сейчас Галилеевых спутников увидим Юпитера. Настройки фотоаппарата. Со слишком низкой светочувствительностью. Но при следующем дубле спутники будут видны. Вот не пойму. Экваториальные полосы, почему не видны? Ага, как раз таки спутники-то я и вижу. Пускай плохенько. Ну ладно, хорошо. Это дубль первый, времени у нас мало. А впрочем, что я прямо сейчас отсюда и начну. Следующий дубль. Это у нас 23 декабря 2021 год, Харьков. Венера.